и живут, и есть у них возможность поехать туда и приехать. Фонд такой развития, который получил фонд гранты. Спасибо вам большое. С тех пор, как началась война в Украине, я стала интересоваться конфликтами, которые происходили в других постсоветских республиках. Раньше для нас это было абсолютно не наша тема, мы считали, что нас это не касается, нам это не интересно. Потом выяснилось, что оказывается, фактически всех этих конфликтов вообще алгоритмы не очень похожи. И на самом деле мы работаем в мирное время. Но на самом деле, нам кажется, опасности в этом, несмотря на то, что нет войны, опасности от этого не становится меньше. То есть... Здесь. И мы, конечно, выбрали Сугдиди как место, где можно еще потренироваться как можно.